Строительство спорткомплекса с искусственным льдом вблизи стадиона Нижний Новгород начнется уже в конце лета, начале осени 2019 года. Выделение участка под будущую арену, рассчитанную на 12 тысяч зрителей, одобрили на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. Объем инвестиций в проект составляет 6 миллиардов рублей. А вблизи поселка Новинки Богородского района планируется строительство областного онкологического центра. Заявка на этот земельный участок также одобрена Советом. На создание современного медицинского учреждения необходимо 8 миллиардов рублей. Средства будут привлечены как со стороны областного, так и федерального бюджетов. На сегодняшний день у нас есть четко представление то, что мы предоставили земельный участок. Нашли участок, который подходит по площади, по месту расположения, по локации. Это территория, которая перспективна в развитии, поэтому там мы решили, что наиболее целесообразно предоставить земельный участок под районный центр.